Нечистые на руку теплые ладошки. Сотрудники прокуратуры Ленинского района по материалам, поступившим от полицейских, провели проверку деятельности одной благотворительной организации. Активисты, которые ходят по городу и собирают деньги в пользу того или иного больного ребенка, по факту занимаясь попрошайничеством. У организации «Теплые ладошки» не нашлось финансовых отчетов, куда шли собранные деньги и на что их расходовали, осталось в тайне. Кроме того, у волонтеров есть десятки штрафов за нарушение ПДД, так как сборы они проводят прямо на проезжей части. Оказалось, что фонд зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Местным работникам прокуратуры ивановские коллеги направили материал о выявленных нарушениях. Прокуратура Ленинского района города Иваново призывает жителей города Иваново внимательно относиться к тому, куда они направляют денежные средства, на какие цели они жертвуют денежные средства, и просит не поддаваться на уловки недобросовестных организаций и юридических лиц по сбору денежных средств.